Так, всех приветствую на канале. Сегодня сразу про изначальных. Я полезла изучать лор Линка. У нас есть вся информация. Смотрите. И смотрите, как меняется оттенок тоже здесь. То есть Ассур идет как огонь. Он сейчас так шел. Сакуя была соперницей Инанны во всем. Ну, вообще, как бы, в принципе, пока Инанна не приперлась, она была главной богиней Сенсусе. Богиней жизни. То есть у нее вода элемент. И светлый сиреневый. В тексте. У всех трех канонна вода. И у самой Инанны вода. Здесь вопросов нет. У меня лично. Вопрос стоит в том, что вот эта система Affinity в Терноног, она показывает не то, что надо. Я сразу поняла, что у девчонок не может быть разный элемент никак. Но их система, да, им выдала разную Affinity. Что Affinity в Терноног — это то, взаимосвязь с чем тебя не убьет, это не совсем твой элемент. Их система косячная, тестирование на эту штуку. Юрия, с которым у нас проблемы, завязан на вот это ядро, на ядро Астара. Оно показательно синее, или цветы в этом дурацком оразе показательно синие. То есть суть. Петля идет, похоже, что от богов. Альфин не мог сдать планету, пока там не было первых людей. То есть, что было в этот момент с Диволоком, мы не знаем. Но раз там были... Большинство людей не могло пользоваться никакой элементальной магией, значит, лор Innocence должен быть в силе на Дане тех времен. То есть, Affinity тьма... Ни у кого из изначальных, ну, изначальных вот двое. И корень вода, как Эстель, и как Шион. Affinity тьма идет по вот этому ядру. Как Протак Веспирии в игре он идет. Как инкарнация Ассура. Из-за этого он так сильно похож на Сакую, и это выстрелило в Кристория. Коготь после Антилестии со своей, в общем, кавайной стороны, ну, это видно. То есть у него битый эгрегор, там, два оттенка фиолетового по дефолту. Плюс его уже почти сожрало то, что завязано на вот это. Только вот этой штуки Affinity реально тьма. То есть он как наша канонна, которая темная. И фокус в том, что у него теперь, да, у него идет ветер от когтя. Тьма. При том, что основной коготь у нас все равно вода, и все основные его юниты вода. То есть на Интеллестию напал все-таки... Понимаете, фокус, да, не Протак Весперия. Вот поэтому трое. Вот поэтому трое, и вот поэтому вот это вот булшит. Потому что по изначальным, вот, раскидка. И что-то у меня такое дежавю, мне кажется, я это уже говорила, но сама об этом крепко-накрепко забыла. Пошла искать опять. Нашла откровение. Если поканонно все вода,
И разная affinity, это bullshit. Потому что это одна душа, как она может быть вообще с разной affinity? Да еще совпадает с Инанной, я уже сказала, что он. То мы все знаем. Все уперлось в того, кому храм в Бактионе. И это какой-то из серий из нашем сюжете, видимо, которого надо бы найти. Текущая петля, скорее всего, будет последняя. Они сейчас все сломают в Астерии. А что, они уже практически все знают. Они уже вот эту тему сдали с потрохами. Ну, за что Кристорию закрыли, мне уже понятно предельно. Я тоже думала, что странно, что настолько скачет у него. Даже другие причины искала. Почему сейчас светлее? Малина идет фальшивая я, под которым шифруется вот это вот ядро. Когда он начинает так себя вести, это отвратно, и, в общем, я сразу чувствую, что это не он. Но с ним тоже беда, потому что, понимаете, какой эгрегор там. Так. Ну, это все, что я хотела сказать сегодня. То есть суть Affinity по канону одинаковая. Система в Терноног дала не то, что в Линке. Они это, видимо, сделали, чтобы подчеркнуть роль именно Эрхарт в этом. Только у нее вода. Но Эрхарт — это дочерняя инкарнация Пасхи в мире Пасхи. А Грасвали — это инкарнация корня в Люминасии. И Пасха — дочь того же самого корня, что Люминасия. То есть эти сестры, по сути, это дочерние от Пасхи. Вот так идет у нас. Получается, действительно, три корня. И Рена. Рена здесь порылась. Что это не вода. У нее аффинити тьма у этого ядра. Астар. Это кому построен Бактион? Ну ладно, в общем. Я догадываюсь, что там было уже на Теркалюмерис, почему все так. Но дело в том, что за все эти годы мы знаем совершенно другого персонажа. И это, конечно, мука. Спасибо за внимание.